Так, отрегулирую фильтр. Насколько это возможно, убрать блики с лобового стекла. Так, самый убираем. Вот максимально чего можно добиться. Режим записи. Поверните налево. Поворачиваю налево. Вот, смотрим немножко. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Немножко на город. Огромный город Сбербанк. Светофоры с мигающим для пешеходов. Кричащие дома, скромненько, магазин электроники. Но рано надо было бы зайти туда, на всякий случай. Простой, скромный городок. Вижу, здесь магазин Fix Price, где их только нету.
Так, мегафон здесь. Почему он вчера меня так расстроил? Я не знаю, почему такой интернет был. Вот центральная площадь города, танк, трибуна и центр города. Город в лесу со всех сторон окружен лесом. Река Вичка. Время 7 часов 13 минут. С правой стороны охраняемая зона. Тюрьма, наверное. Такие глухие, глухой забор, сверху колючка, потом еще один ряд. Это, по всей вероятности, зона. Здесь я вчера заправился. Показывает запас хода 690 километров. Пройдено 2 километра. Время запуска двигателя 54 минуты. Ну, встал, пока умылся, побрился, подготовил аппаратуру. Ну вот мы покинули Медвежьегорск. Вновь использую Trend Vision. Меня расстроил Datacam. Ну, вроде бы особых претензий нет к нему. Съемку провел достойно вчера, но периодически, не знаю почему, всплывал режим парковки. Впереди камера на 40. Там режим отключения микрофона. В общем, какая-то бурда. Может быть, потому что проедем. Thank you.
Яндекс.Навигатор показывает ограничение 90. Не знаю. Можно тут разогнаться до 90. Пиндушки. Стоит знак «Стоп». Проезжать без остановки запрещено. Это четко фиксируется гаишниками. Остановиться, переключить скорость. Здесь я ночевал однажды с левой стороны. Темно уже было, приехал. Запомнилось это место, потому что было пустынно, никого не было, а утром люди стали собираться. Автобус подошел служебный. Что, полотно дороги хорошее, я бы сказал, дорога отличная, и обочина, и разметка. На трассу Формулы-1 похоже. Тут идут повороты.
это дорога альтернатива вот этой трассы Кова в сторону центра России. В сторону Ярославля, Москвы. Полотно средней шершавости, шороха. Не мягкое, не грубое. Погода. Небо облачное. Температура за бортом 9,5 градусов Цельсия. Интересно, почему дорога так петляет? Вроде бы вроде бы было сделать проще прямую. Пенсионеры и грибники. Мы пенсионеры, но сегодня рабочий день.
облака прикрывают солнце, чтобы не слепило. Это хорошо. Так вот, Датакам. Он будет в резерве, наверное. Потому что начались какие-то, ну как, глюки. Так-то он писал все нормально, но во время движения вдруг газ экран. Прикоснувшись к кнопкам управления, экран активизировался. Наверное, из-за того, что разъем, который вставляется в прикуриватель, разъем датакамовский, там есть сверху, есть разъем для подключения, или разъем USB. К нему подключаешься, и там можно телефон подзаряжать или еще что-нибудь. Вот я подключил вчера подзарядку на смартфон. И там выпало окно «Отключить микрофон». Потом, через какое-то время, выпало окно «Режим парковки», ну и так далее. Потом вообще снова экран погас. Вот несколько раз такая фигня была. Я решил, пусть он будет в резерве, если что, воспользоваться. Дорога хоть и узкая, по одной полосе, но аккуратная, ровная, без колдобин. Так, дорога трасса А-119. Только что проехали указатель А-119. Я не посмотрел, как проходит маршрут. Спидометре показывает скорость 81. На видеорегистраторе 77. На смартфоне, на навигаторе, 77. Кому верить, блин? Повинец. Населенный пункт. С правой стороны озеро за деревьями. Так, сбрасываем скорость.
60. Прямо у дороги дома стоят. Маленький поселок. Деревня городского типа. Деревянные дома. Обшитые досками. Как их называют, то я не знаю. Чарка. Так, ночь прошла спокойно, без пушка. Железнодорожный переезд. Наверное, кто-то едет. Чё ж красный горит-то? Идиота кусок там дежурный. Шлюзы. За стоянку взял 150 рублей, дядька. И был счастлив, что я не торговался. Он написал на сутки. Я говорю, мне ночь. А-119 в сторону Ярославля, в сторону Вологды, в сторону Москвы.
сравнении с Карелией, тут деревья уже более богаче, что ли, и повыше, и крона, нет той чахлости. Но уже деревья, вот где-то есть седина, скажем так, желтизна. Август, третья декада августа, какое число, откровенно говоря, не скажу. Это пятый день. Пирамидки у нас каких-то огромных валунов. Может, они сами строятся. Интенсивность движения слабенькая. В тот раз, когда вот я говорил, что останавливался на ночевку в Медвежьегорске, проехал его на окраине города, там, где народ собирался на автобус. Вот. Утром продолжил движение, и через какое-то время смотрю, гаишники стоят. Дорога была похуже, гораздо хуже. Разбитая была. Колдобины там, и прошел дождь, и где-то местами были лужи. И вот, чтобы не влететь в яму, там, где лужа, возможную яму, я эти места объезжал. И вот гаишники стоят таким образом, лужа была, потом гаишник и потом обочина. Думаю, сейчас по луже проеду, обрызгаю работягу, трудягу дороги. Вот. А ехать по обочине, ну, а это его, значит, задеть. Я вот еду, не знаю, как слева или справа его объехать. Вот. И смотрю, он поднимает палку. Ну, слава Богу. Вот. Я остановился. Он подходит. Я говорю, что, дыхнуть, что ли? Он говорит, я просил дышать. Как-то странно ехали. Ну и как странно ехать? Я говорю, поехал бы по луже, обрызгал бы тебя. Объехать по обочине тормознул меня. И документы показать. Я что, спрашивал про документы? Вот такой нехитрый диалог, незамысловатый. Я потом, ну это осталось в памяти. Это запомнилось.
Я так и не понял, его привлекла внимание манера движения, то, что я не знал, как объехать его. Но место он на самом деле выбрал очень неудачное. Или, может быть, специально там стоял, чтобы его с ног до головы окатили. Голь на выдумку хитра. Стараюсь заправляться только на Газпроме, Газпромнефть, на заправках и на Роснефти. Запас хода 650 километров. Почему такой маленький запас хода с утра? Потому что сначала заправился, потом встал на ночевку. Три часа перебрасывал видео. Ну, с одной стороны, вчера был эксперимент с ДТКом. Весь маршрут от Мурманска до Медвежьегорска он писал на одну, там две карты памяти по 128 гигабайт, запись шла на одну, рассчитана она была на 9, почти на 10 часов. И я вот ехал, уже начинал сомневаться, может, она уже стала писать по второму кругу, но я надеялся, что автоматически она переключится на вторую карту памяти, чтобы запись вести. И возле Сигежи не выдержал, остановился, вытащил карту памяти одну, включил видеорегистратор, смотрю, запись пошла на вторую карту памяти. Только стартанул и ДТКом отключился. Ну, вырубился просто-напросто. Ну, проехал, наверное, с места старта метров 50-100. Заметил, что он отключился, нажал на кнопку записи, запись пошла. Ну, в общем, вот такие мелочи, они не очень радуют. Наверное, следует устанавливать ДТКом стационарно. Протянуть по салону провода, закрепить их, чтобы не видно было. И снимать только видеорегистратор. Он на магнитной основе. Очень легко снимается. Ну, у Трандвижна тоже легкий разъем. Просто вынимаешь его из разъема.
а питание подводится к разъему. Вытащил, положил в карманы. Все. Все, все. Все. Так и будет. Согласен. Читаете указатели, мы сориентировались, куда движемся. Рассчитывать часов через 5 движения, остановиться, размяться немного. Хотя карты памяти, как я вот прикинул, на тренд движения хватает, но я думаю, часов тоже на 9, как и на атаками. Интенсивность слабенькая. Вот, наверное, рано еще. Утро раннее. Ростеховская Роснефть, заправка Роснефти. Надо будет заехать, пополнить бак бензина. Почти полный. Среднюю скорость на панели прибора указывает 31 километр в час. Наверное, немного не выспался, хотя самочувствие бодрое, состояние бодрое. Уже к моменту, когда заканчивался перевод на внешний жесткий диск видео, уже начинало клонить ко сну. Быстро вырубился, спал всю ночь, не просыпаясь. Только в 6 с копейками. Проснулся.
есть просыпаюсь не по будильнику, а по тому, как организм проснулся. Ну вот от Сибири вчера уже двигался, дождик шел. Был момент, когда даже искал место на трассе, чтобы остановиться и поспать. Был момент, когда немного потянуло в сон. Ну это слабенькое такое, слабенькая тяга была. Глаза не закрывались. Я просто определил, что устал из-за того, что нога давила педаль газа и скорость поднималась свыше 100 километров. Это вот первый признак усталости. Самое лучшее средство борьбы со сном – это кратковременный сон. Пусть там полчаса, может быть час. Вот читайте название. Дорога. По крайней мере, пока в очень хорошем качестве. Небольшая обочина, разметка, полотно дороги ровное. Здесь есть. Посмотрим. Ну да, вот с левой стороны и большие, и маленькие машинки стоят. Ровно 8 часов.
если не снимать на видеорегистратор, то в день можно проезжать и 800-900 километров. Но я бы все-таки рекомендовал до 500 километров тем, кто просто отправляется в туристическую поездку по России. Не хочу включать радиостанцию. Провода, тут такой бардак в проводах в салоне, просто жутко смотреть. Включу-ка я белку свою. Pretty bad.